Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну что, друзья, посидели мы. Нормально так душевно поговорили. Время уже почти вечер. О, оленя след есть. Вот еще. Воды тут прибыло просто дофига. Вот в эту вот боковую реку спокойно можно заехать через устье и пошел. Когда мы были с семьей, сюда было не заехать. Ага, сахатый ходил. Хороший большой след. Так что, здесь Сережа говорит, там у него в избе бензин есть. Так что завтра посмотрим. Может, что-то перепланируем и заскочим в эту реку, в которой мы оба никогда не были. Вот тут мы с семьей пешком ходили, рыбачили здесь помаленьку. Туда далеко ходили. Сейчас это просто прям река. Тогда, если это был ручеек, сейчас это река. Спокойно водометом идти можно. Может, и рыбы из-за этого на устье нету. Что в реке вода прибыла. Может, он поднялся в нее. Я вот там, получается, два штуки поймал. Одного хорошего, одного чуть поменьше. Где Сережа одного поймал и одного спустил. Стало здесь все поинтереснее прям. Жалко, что больше мы сюда не съездим в этом году. Потому что все, уже заморозки, надо лодку прибирать. Не насиловать ПВХ материал. Сейчас маленько пешую разведку проведу. Завтра с утра приедем. Пролечу тут квадрокоптером. И уже будет вообще все понятно. Погода стихла. На завтра вообще идеал прям погода. Поэтому мы сегодня сильно не напрягаемся. Отдыхаем. Смотрим. Анализируем. Он там под перекатом стопудово должен быть. Да, все стало проходимо. Кувшинки подмерзли уже, их нету на струе. Спокойно можно ехать. Сначала пролететь, посмотреть, как оно там все выглядит. А потом уже, может быть, спокойно ехать. День покороче стал. Да мы и приехали уже, считай, после обеда, пока в избу сходили туда-сюда. Времени у нас не особо много было сегодня. Маленько порыбачили, все равно. Сейчас еще обратно, где попробуем до темна. Порыбачим, вниз спускаться будем к избушке. Опа! Ну, это не трофей. Оп, сам отцепился. Рыба должна стоять здесь. И там он под тем перекатом должна стоять. Однозначно. Завтра уж порыбачим. Сегодня еще в избе. Дров наколоть, кушать, приготовить. Поужинать, переночевать. Лучше, чем дома. Странно. На той речке, ой, на этой речке мы тогда более-менее порыбачили. Сейчас по-другому все. С прибыльной водой. Поднялись по боковой речке. Тут у нас порожек небольшой. С валяющимися скалами. Рыба не клюет в этой реке.
Сейчас пройду, гляну, что там за поворотом. Вот там еще скала лежит. В принципе, тут все проходимо. Дело только уже к вечеру. Думаю, сейчас будем спускаться. А завтра поедем вверх по основной реке. Сейчас гляну для надежности, как и что там. Скалы посыпались. Ух, омут какой. Да, проходимо тут в такую воду. Все равно надо летать сначала, прежде чем куда-то ехать. Уж непонятно, что будет через 200 метров. Через 200 метров там он опять порог. Прогуляемся туда. Тут как на краю мира, блин, скользко и высоко. Я еще и высоты боюсь. Вот очередной порожек. Там дальше чувствую еще один. Река идет прям каньоном. Фу. Просто красота, друзья. Просто висишь над рекой и наслаждаешься красотой. Главное не свистнуть отсюда куда-нибудь. Вон туда, вниз. Даже не знаю, где упал. Ладно. Для человека, боящегося высоты, это уже дофига. Ползем обратно отсюда. Все, выше мы не поедем. Хотя можно. Ну, время. Я говорю, время вечер. Потому что спускаться будет потом уже сложнее. Я думаю, мы пойдем вниз. Сейчас маленько сплавом пройдем. Посмотрим, что, где, да как. Блин, ну видон, конечно, завораживает. Просто каньон. Прям как ущелье, да? Узко. Мультяшки. Сейчас вон там жик-жик. Жик. Проедем. Главное разогнаться. Ой-ой-ой, Игорь. Как мы стоим, не представляю. Вон, я уже вижу, где ехать. Держись.
такой стремлина, какой хуй тут что будет? Обалденные виды. Где мы еще не были вообще. Ну, в принципе, вот тут мы уже пробовать рыбачить. Да, это проходимо все. Проезжаемо. О, вон там галечник еще какой классный. Хочется идти все выше и выше. Но понимаешь, что надо уже спускаться. Блин, выдра затащила в очередной раз нас. Такие красоты обалденные. Я Сереж сказал, что здесь ни хрена не будет. Все возможно. Возможно, и не будет. Река боковая, неизведанная нами. Так что я не могу сказать, будет что здесь или не будет. Сейчас будем спускаться. Будет тяжелее. Тормозов уже не будет. Все, друзья, готовимся ко сну. Дядя Сережа еще пошел в отхожее место на ночь глядя. Поужинали, порыбачили на улице уже. Кстати, все замерзло. Сколько у нас времени-то? 15 минут 12-го. Все замерзло. Минус 3 градуса. К утру выдавит, наверное, еще больше минуса. Ну да ладно, мы готовы к этому были. А завтра будет прекрасный день. Всем спокойной ночи и до завтра. Увидимся в следующем видео.